В соответствии с планом работы антитеррористической комиссии Ленинского района в Центре культуры и досуга была объявлена учебная тревога. По телефону получена информация. В здании районного центра культуры и досуга заложено взрывное устройство. Поступайте вместе. Ясно. Взрывное устройство, конечно, условное, а вот все остальное – самое, что ни на есть подлинное. Первым делом из Дома культуры эвакуировали всех, кто находился в его стенах. Дальше отряд специального назначения, прибывший на место в течение нескольких минут, блокировал подходы к зданию и огородил прилегающую территорию. По тревоге прибыли экстренные службы – пожарные, медики и полиция. Дальше за работу взялась кинологическая служба. После обнаружения предполагаемого взрывного устройства начальник отдела по территориальной безопасности подвел итог учебной тревоги. Цели тренировки достигнуты, были отработаны именно действия не только экстренных служб, но и посетителей, и также персонала объекта. Подобные мероприятия проводятся в районе регулярно, и в большинстве случаев все участники справляются со своей задачей на отлично.